Беверли Хиллз. Впервые после изоляции появилась Бьонсе. Но что с ней? Маску надела перевернутой, а на голове свитер. Западный Голливуд. У Шерон Стоун голова в порядке. А ноги 62-летней Стоун все так же хороши. Королева, пишут ей в сети. Моя большая приводящая мышца затекает. Можно переменить ноги. А ведь Шерон постоянно готовила в изоляции, но совсем не поправилась. Все съедал пес-бандит? Ну расскажите, как это возможно? Франция. Несется в магазин модель Лили Роуз Депп. Катрин Дынёв в маске тоже спешит. Только Эммануэль Биар не торопится. Она в пригороде Парижа. Людей нет, одни бараны. Дэвид Бекхэм с семьей покинул Лондон и тоже уехал в деревню. Может не носить маску, вокруг поле и ни души. Дэвид радуется, как ребенок. Самый светский выход недели – посещение заправки. В Лондоне сегодня празднуют день рождения Кайли Миног. Ей исполняется 52. Рядом возлюбленный Кайли Пол. Он младше певицы на 6 лет. Профессиональный ценитель красоты Пол, редактор мужского журнала. Слоу, медленно, как и поет Кайли, Европа выходит из самоизоляции.